Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем выпекать очень мягкие, нежные и ароматные булочки на творожно-дрожжевом тесте. Смотрите видео, оно будет полезным для вас. Для теста нам понадобятся следующие продукты. 70 мл теплого молока, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли, 60 грамм мягкого масла, 100 грамм сахара, 1 яйцо, цедра 1 лимона, 180 грамм домашнего творога и 360 грамм муки. Сначала в миске мы смешаем 70 мл теплого молочка, 1 чайную ложку сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Хорошо размешаем и оставим на 15 минут в тепле. Возьмем другую миску и в нее выложим сливочное масло. Оно должно быть мягким-мягким. С помощью венчика мы разотрем его с сахаром. И одним яйцом. Вот такую масляно-яичную смесь. На мелкой терке мы натрем цедру 1 лимона. Так у наших булочек будет прекрасный лимонный аромат. Эти булочки моя семья любит к чаю, кофе, с маслом. Булочки получаются очень нежными и воздушными. Теперь добавляем к нашей смеси еще щепотку соли. 1 пакетик ванильного сахара. Добавляем сюда цедру 1 лимона, который мы натерли. И добавляем творог домашний. Он у меня мягкий, поэтому я его через блендер не пропускаю. Если у вас зернистый творог, сухой, магазинный, то лучше все-таки его пропустить через блендер. Но у меня вот он очень мягкий, поэтому с помощью венчика он прекрасно разобьется и не будет ни крупинок, это будет сплошная смесь. Если, конечно, у вас нет возможности купить домашний творог, то покупайте в магазине. Теперь к молоку с дрожжами мы добавляем нашу смесь, яично-масляную, сырную. И размешиваем ложкой. Теперь понемногу добавляем муку. Нам понадобится еще одно яйцо для смазывания булочек. Одно мы использовали в тесто, а второе будем смазывать им булочки, чтобы у нас получилась румяная корочка. Еще ложкой перемешаем. И сейчас будем вымешивать тесто на столе уже. Оно уже достаточно густое, а ароматное какое. Лимон дает такой приятный свежий аромат. Посыпали стол мукой. Выкладываем сюда творожно-дрожжевое тесто наше. Кстати, можно лимонную цедру заменить апельсиновой цедрой. Тоже очень ароматно получается. Теперь
Замешиваем тесто. Тесто у нас слегка будет, конечно же, отличаться от дрожжевого. Немножко, видите, оно у нас распадается. Но ничего, это только в начале, при замешивании. Как только мы его подмесим немножко, вот оно у нас уже встает эластичным, послушным. Главное тесто не забить. Еще немножко добавим муки. Так. Вот, в принципе, тесто наше готово. Теперь мы оставляем его в тепле, сверху накрыв полотенцем на 1 час. И потом будем готовить наши булочки. Теперь займемся формированием булочек. Руки я смазала растительным рафинированным маслом. Так нам удобнее будет просто делать булочки. Слегка еще подсыпем муки. Муки ушло у меня немножко меньше. Я вам сказала 360 грамм, но ушло где-то 340. Вот так. 1 столовая ложка еще останется. Теперь тесто удобнее всего будет разделить на 2 части. И теперь нам нужно разделить на кусочки тесто. Сначала сделаем колбаску. Теперь с помощью пластикового ножа делим тесто на кусочки. Булочки у нас будут круглой формы. Сейчас я вам покажу, как я делаю круглые булочки. Сначала вот так я вымешиваю каждый кусочек. А теперь смотрите, собираю как будто такой мешочек и переворачиваю. И теперь руками формируем круглую булочку. Подправляем. И вот такая красавица у нас получается. Вот так я делаю круглые булочки. Сначала вот подминаю их, потом собираю, как вот. И переворачиваем. И руками мы уже подправляем форму. Противень я застелила пергаментной бумагой и отправляем наши булочки на пергаментную бумагу. Булочки у меня стояли 1/2 часа на расстойке. Теперь яйцом смазываем булочки. Булочки это творожно-дрожжевые, поэтому сильно пышными они не будут, но все равно будут вкусными и воздушными внутри. Сверху булочки посыпаем маком. Можно кунжутом, можно сахаром, по желанию. Булочки отправляем в разогретую духовку на 180 градусов. У меня получилось 13 булочек. Творожные булочки выпекались 1/2 часа. Цитрусовый аромат присутствует. Вот мы и приготовили пышные и ароматные творожные булочки. Булочки получились нежными и мягкими. Булочки в разрезе. Мягкие, нежные, с потрясающим лимонным ароматом. Вот сейчас одну булочку я при вас разломаю. Смотрите, какой вообще нежный мякиш. Эти булочки прекрасно подойдут к молоку, чаю или кофе. Порадуйте своих родных вкусной домашней выпечкой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!